Первое место занимает представительница России Татьяна Сазонова. Thank you. We go to Petras. Second place is 52.5 kilos from Russia, Татьяна Сазонова. Соревнование по шуму лёжа. Второе место занимает Татьяна Сазонова. And gold medal with 102.5, Susanna Turonen from Finland. Золотые медали получает Сузанна Таронен, Финляндия. We go on to the deadlift. Second place with 132.5 from Russia, Татьяна Сазонова. В упражнении становой тяги второе место занимает Татьяна Сазонова, Россия. Gold medal with 140 kilo, Susanna Turonen, Finland. Первое место в тяге становой занимает Сузанна Таронен, Финляндия. Now let's see the totals. Результатом требования. Second place with 300 kilo, Татьяна Сазонова, Russia. 300 килограмм. Второе место заняла Сазонова Татьяна, Россия. And the world champion in this category with 355 kilos from Finland, Susanna Turonen. И чемпионка мира в общем зачете с результатом 355 килограмм становится представительница Финляндии Сузанна Таронен. Please stand up for the national anthem. Thank you.